Всем привет, ребята! С вами Васильев Анатолий. И вот сегодня я уже вот второй день, да, ну вот сейчас вот уже ухожу, да, вот здесь уже два дня, вот я здесь побыл. Ну, я здесь раньше не останавливался, да, вернее, проходил мимо там, да, ну, так сказать, это Кабуэртас. Вот, я здесь великолепно ночевал. И вы знаете, что хочу вам сказать, что просто вот, ну вот вода была, знаете, как вот, как в озере. Вот, я-то просто убрал, так сказать, как-то вот решил уберечься немножко от ветра, от Навального, да, вот. Ну, сейчас вот опять ухожу, наверное, скорее всего, сейчас пойду либо на старое место, либо в порт. Вот, завтра будет здесь Навальный ветер, сильный очень, причем резкий так, ух. Как налетит сразу. Вот, поэтому лучше куда-то убраться. И вообще хочу, друзья, вам сказать, что... ну, знаете что, яхтинг штука такая, знаете... Много и романтики, много интересного там, да, но, как говорится, надо всегда знать, как вовремя удрать, когда, скажем так, в сомнении, ну, немножечко, скажем так, предполагать, что может случиться. То есть смотреть за прогнозами постоянно, да, вот я просто вам рекомендую. Всем, кто вот захочет сюда приехать, да, я рекомендую хорошее место, вот здесь вот Кабуэртас, да, то есть это с обратной стороны, обратная сторона вот Альбуферета, да, обратная сторона это Альбуферета. Вот когда ветра более-менее подходят, да, вот здесь, ну вот все, самое идеальное место. Вы знаете, я хочу вам сказать, что здесь вода чистейшая, да, рыбки тоже есть, да, вот ловил я здесь немножечко. Вот. Но песок, да, и вот, знаете, такое открытое место, в общем-то, с красивым таким видом. Ну вот, пожалуйста, еще раз вот посмотрите. Вот, видите, вот там вот, это пляж Сан-Хуан, да, дальше вот Эль-Кампе идет, вообще все видно там, да, значит, в очень такую ясную погоду, вот там, вон там Бенедорм, да, ну, сейчас его как за дымкой не очень видно там, за испарением. Ну, так что вот так. Ну, все, друзья, с вами был Васильев Анатолий, всего вам доброго, пока.